Тюльпан Триумф, супермодель, цветок розовый, с кремово-белым основанием, возможно, белесая полоска вдоль лепестка. Куст с прочным стеблем, высотой до 40 см. Растение довольно неприхотливое и может мириться с любой садовой почвой, но наилучшей для них является рыхлая, хорошо дренированная, умеренно увлажненная, то есть суглинистая и супесчаная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжелую суглинистую почву можно улучшить добавлением песка и торфа. Тюльпан Триумф, супермодель, это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола Тюльпан Триумф, супермодель, можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан «Триумф» супермодель в месяц май, апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан «Триумф» супермодель – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.